Председатель Совета депутатов округа, член партии «Единая Россия» Татьяна Одинцова встретилась с трудовым коллективом организации «Автостоп». Напомнила о предстоящих выборах президента. Пояснила, что принять участие можно с помощью ДЭГ, либо придя на избирательный участок лично. Обсудили меры соцподдержки, направленные на развитие института семьи. В Московской области предоставляется 17 различных льгот, выплат и пособий.